Патреон стоит. Бинокля нет. Что он написал? На мусорную кучу. Только что видел кого-то, хмеля, наверное. Видел же. Сэр Эгалибер, салют, Женев, куды, сломя голову, бежим. Да-да, здорово. Куда? На кордон. Потом домой.
он. Слушай, можно я тебе одну коробку скину или две? Ну, у меня... Давай, кидай. Сейчас. Пойдем. Куда? На кордон, добрый, как вчера хотели. Доброго утра, как обмыли шевроны. Ну что, доброе. То как? Нормально. Сидели. Ну, пойдем. Пойдем на хутор. Просто у меня шматья с собой полно, которое я хотел скинуть там, в деревню. То ты фонишь, пипец, не фонишь, а шипишь в микрофон. Дышишь. Сэр Эгалибер, зачет сегодня продолжим. Ничего не понял. Говорю, может этот сразу работает, потому что деревья не придут, у них денег не будет, если бы там заработают, то не нравится. Ну, пойдем. Сегодня продолжим, да, обмытие?
сейчас свалюсь и ноги себе руки переломаю. Нет, не надо. Ты на этот каток просто беги, нормально. А, блин, мы же в РП играем. Ты будешь бегать, нет, вниз? День добрый. Наконец-то выбрались из заточения. Да, привет. Выбрались. Вчера еще можно было, но время уже было поздно. Только нам вот никто не сообщил. Просто сталкеры какие-то прибежали, говорят, все тихо на базе. Ну, тоже вышли и все. Он новый. Да, правее. У меня места не особо. Все забито. Все карманы, все портфели. Совсем на юго-западе, хотя отсюда можете на юге уже, не знаю. Надо будет разгрузиться, освободить рюкзаки, карманы, только некуда особо сгружать все это дело. Да нет, у меня место есть, чтобы дробовик добрать, да, так,
на публике мы не поставили. Куда ни посмотри, все подряд может быть аномально. Да, все, нам надо направить. Возможно. Ядерная. Возможно. Никто не живет у нас в болотах. Никого здесь не видел. Не выдержит, если в голову отъедет. Я проверял. Тут кабаны были. Радиацию пересечь побыстрее.
Это дыхание твое, слышу, слов вообще не понятно. И где он? Мель, ты где? Эмиль, ты где? Куда ты пропал? Эмиль, ты куда делся? А, ну что? Я понял, что я его пропустил. Ладно, двинем на хутор. Газ у него помер, растворился. Попробовать арт поднять, что ли?
Стой. Стой. Вот тут я. Ох, пойдем. Угу. Что сейчас? Пиздец какой-то. Один газик сдох прям в этой, прям в радиации, другой уже был мертвым, короче, не смог его водить. Или как сбежал вниз, думал, все подохну, это типа будет третий. Да, газики такие, что ты их покупаешь, у них это. Ведь вроде они целые, это легенькие, а фильтр не работают уже. Фильтры сдохли, понимаешь, никак не поймешь. Ага, все понял. У меня была. У меня такая же штука была вот с этим противогазом, который на мне. Нет, а у этих мы постоянно. Или бы использовал на газе такой этот, ну, дальнюю ячейку. Блядь. Вчерашняя петянка. Блядь, всю маску выбивал. Сейчас приходит. А траву вон вытери. Все, обтер маску. Что? Наверное, последствия того, что обучился. А, может быть. Под мост не пойдем, а то контейнеры-то есть пустые. Да нет, я, наверное, до хутора забегу и все спячу. Да-да. Короче, надо будет это, кого-нибудь потом к сухарю отправить. У него там вроде метелки есть. Тук-тук-тук. Нам как раз тук. Под двор подметать. Здравая идея. Вова, ты что ли? Здорово. Нет, блин. Здорово, мужики. Здорово. Так, это где-то хмель. А ты заберешь свое? Я сейчас это прилягу. Да, давай, я сейчас спать прилягу, да, это потом. Так, тебе что, этот портфель надо твой старый? Да нет, наверное, нет, не надо. Просто вот мне его тоже особо деть некуда. Но я придумаю что-нибудь, ладно. Ну да, да, я так, сейчас кину. Загравшийся. Портфелем некуда деть. Мне отдайте. Это для новичков, подарки и, за работу. Голос, голос. Если найду это, того упыря, который у меня все вещи, блин, подтаскивал, пока я спал, сука, морду всю разобью.
Это какие? А где ты спал? Где? В доме спал? Просыпаюсь, зуб на зуб не попадает. Ну, кто с меня все, блин, снял? Слушай, я не знаю, я... Ни спичек, ни штанов. Я тут, блин, пока шарился в темноте, в сарае хотя бы там что-то в ящиках, блин, вещи какие-то были, одел хоть. Странно, я не знаю. Ну, вот что, заберешь рюкзак? Он хороший, вместительный. Смотри, камуфляжного цвета. Че? Давай я заберу это для новичков, оставим за работу. Да каких новичков? Вон, для Глобуса. Глобус человек уважаемый. Давай, один тогда, один. Ух ты. Вы что, блин, у колонки не помылись? Ходят в радиации они. А зачем нам у колонки мыть? Ты что, она заразится, потом сама выветрится? Это, разгрузка тебе нужна? Да? Сейчас, подожди, не разгрузка, это ремень. Не нужно. Фляга, нет? О, ремень давай, а то, блин, на шнурке штаны, ё-моё. Вот тебе полный комплект. О, благодарю. Ты так, помолодел, что ли? Вообще? Хорошее питание. Какой помолодел? Чистый воздух. Ага. Слушай, кинь ему разгрузку, блин, наверное, валялся. Тоже под цвет рюкзака. Не, да не надо мне разгрузку. А как на ты будешь на охоте боеприпасы доставать, патроны? По карманам? Да ты посмотри, какие у меня по карманы охерительные на штанах. Я понял. Так, ты винчестер заберешь? Да, давай новичкам продам. Так, что еще? Могу газик скинуть? Тоже там с новичками договоришься. Да, а, слушай, разгрузка газик есть. Какой газик? Да не. Ну обычный. Здорово, стой, сюда. Подожди. Еще есть две шмотки. Баринки. Новичкам тоже могут так пригодиться, если есть тебе куда взять. Если донесешь. Привет. Бля, там. Здоров. Там ящик забит у нас полностью. Серго, тебе куртка не нужна как раз под этот, под штаны? Не, у меня куртка. Наоборот, я вчера взял хорошую курточку, охотничью. Что-то я не могу ее на трапе поездить. Ну, видать, не подходит. Ну, давай оставлю пока у себя, если тебе некуда. Не, мне, ну, нет, у меня есть куда, но мне не нужна, господи, что с этой курткой. Я бы новичка тоже бы он скинул в этот в ящик, пускай это. Так будет. Вот, я и говорю, если ты сможешь забрать ее в деревню, я пока тут останусь. Или ты тоже, ну и, или потом, может, ее отнесешь попозже. В пячку, я в пячку. Слушайте, мужики, а у вас газики продаются, а то моему хана. У меня один остался. Там простенькие есть. Белые. Ну, мне хоть какие-нибудь. Че, я куплю? Да, конечно. Как тебе капюшон? Да слушай, нормально, и ветер не задувает, и козырек от солнца есть. Все клево, меня устраивает. Правда, если по башке от снорка прилетит от этого от слоника или от кровососа, я думаю, будет не очень приятно. А в штанах карманов много? Так, блин, даже не знаю. Да примерно столько, сколько и во всех. Покрой один. Не знаю, карманов столько же везде. Ну я что-то вчера посмотрел, у меня в военных что штанах голос, да, карман, тебе, карманов ты, больше. Ты покажи. Возможно. Так. Прямо вот так на тебя что-то. За телепатия происходит. Чего? Что? Какая телепатия? Рюкзак как на тебя сшит. А, да хоть ладно, какой-то, блин. Это, я сейчас снотворного закинусь, хочу поспать. Ну, это, выпустите давай, меня, пожалуйста. Давай. Не выйду потом. Давай. Ну, я смотрю, хозяйство уже свое, да? Неплохо, неплохо. Ладно, я потом это, отосплюсь, зайду, надо дельце одно будет обсудить. Надо всем охотникам давай, одинаково одеваться. Овер, Жека, все, всем пока. Так что-то не переодевается никто, я не знаю, вроде шмотки уже притащили, там полно их было. Какие планы? Да пока никаких, я вон на приемке стою. А, ну я потом думаю, на пахает. Охоту что ли сбегать, правда уже закат. Отоспаться ночку и на охоту сходить.
тоже вариант. Есть? Приходит к нам кто-то, идет? Шевелов. Всем привет. Привет. Ну, пацанята молодые прибегают с тогда. Угу. Ну хорошо, я хоть бегают. Я как дойду, это, приведу других ребят, как выйду из этого. Я думал, ты уже спишь давно. Давай. Давай. Тяжелая. Во, бля, что значит чернобыльский помидор? Не успели посадить, они уже красные. То что хиста можно, нет? Вообще без такого можно. Обалденно. И поел, и попил. Так, мне бы внешний вид свой поменять. Ну, я, наверное, это без стрима буду мучиться. Нет, мужики, я на полчасика отвалюсь, посплю, подремлю немного. Там это, я в журнале товары и цены, блин, записал. А, я понял, не, а я не могу принимать, заказ. По крайней мере, сейчас. А, ну, тогда нам глобус надо сказать. Ну, надо посмотреть, кто там сколько принес, когда у нас лимит закончится. Мы не можем мясо бесконечно принимать. Я там этот репер твой положил. Тактический жилет. Чтобы ага. Ты видел. А это сталкерский. Никуда не пропал, но просто этот. Сталкерский жилет. Вчера были на вылазке по твоим координатам. Вот. Нам он очень помог. Тебя, как я понял, короткий, да? Укороченная версия. Да, да мне Барбузило его подогнал. Угу. Так, надо немножко приживаться. Эй. Охотник, охотник. Знаешь, что-то музыка в голове играет. Вроде вчера не слышал эту песню. Откуда она? Вообще не понимаю. Знаешь, Король и Шут песня «Охотник»? Не, не слышал. То ли мужики вчера врубали. Или на гитаре играли. Хрен его знает. Засело в голове. Так, голову из дома.
фонишь, как этот. Как из радиации. Станислав Шевелов. А чё лесник в Ведьмака перешел? Ну как, нормально. Потихоньку работаем. Я тут складированием занимаюсь. А то вчера приключилась вот одна история интересная. А закончилась, как обычно пьянкой. Чё, ну так вот, Глобус же мне координаты скидывал, он сам-то приболел. Он мне координаты на КПК скинул, говорит, нашел склад с одеждой, говорит, что это там, возможно, шевроны. Мы выдвинулись на эти координаты. Нашли одежду, пойдем покажу. Шевроны вчера обмывали. Ты свой не забирал еще? Вон, смотри, в ящиках там. Охотничья одежда. Ну, тебе если нужно, что одевайся. А это? Глобус там этот говорит, пока никого тут палатки, нет. Вечером зайду, народу побольше будет. Вот. Комбинезон этот моего старого друга. Только вестей я давно от него не получал. Надеюсь, не пропал он в зоне. Не хоть. Не хотелось бы его потерять, просто думаю, если не найду его или кто-нибудь сообщит дурную весть, ну, думаю, крест поставлю, да комбинезон натяну этот. Нет, я в том плане, чтобы этот, ну, если кто будет спрашивать, я вроде всем ребятам говорил, ну, если кто будет спрашивать про этот комбинезон, чтобы не запулили его через забор или продали за 3 копейки. Я вот в этом плане говорю. Охотник, охотник. О, Вера, смотрю, настроение хорошее, песни поет, что удивительно после вчерашней пьянки. Здесь что у меня повреждено? Он сейчас сойдет. Чаще пьянки песни поют.
Ирис, ты чё в белое нарядился-то? Зима, что ли? Да тебя в лесу будет видно за 300 километров, ты чё? Ты прикинь, белое... Глобус, прикинь, Ирис в белое нарядился. В зеленом-то лесу, в белом костюме. Да его видно будет за 300 километров. Согласен, не спорю. Мишень для снайпера. Это у тебя этот, Ирис, знаешь, что будет костюм этот, когда консервы будем крутить. У нас халатов-то тут нет медицинских. А тут беленький, чистенький. Так, как мне внешку-то поменять? Ну, я точно без стрима это буду делать. Отсюда не открыть вообще. Ха. Ладно. Тут, наверное, можно даже и без замка, потому что не открыть. А, Ведьмак 3 у сынка. Блять, надо разбавлять. Сталкер. Так, я, наверное, пока прервусь. Надо внешку все-таки сделать нормальную. Потом возобновлю попозже. Поем еще, наверное. Еще что-нибудь сделаю. Позже подключусь. Н. Давай.